Встречи сотрудников полиции со спасателями в спортивных соревнованиях стали традиционными. Ежегодно они собираются на стадионе «Нефтяник», чтобы провести время с пользой для здоровья. Товарищеский матч для популяризации здорового образа жизни, показать молодому поколению, что кроме негативных увлечений есть спортивные, развлекательные. Поэтому, думаю, это у нас будет в последующем традицией. Будем собираться, будем играть, будем показывать, что все-таки спорт – это лучше, чем, допустим, в подъездах сидеть. Поэтому для этого мы организовали. В составе по 7 человек, плюс запасные игроки. Настрой на игру у команд боевой. Говорят, такие встречи нужно проводить как можно чаще. Ну, с первым делом – это общение, здоровый образ жизни. Вот. Основные моменты, которые мы преследуем. Согласно нашей подготовке структуры МЧС, да, то есть у нас подразумевается служебная физическая подготовка раз в неделю, поэтому у нас не то, что там готовились, у нас еженедельно идет подготовка, то есть мы играем то волейбол, то футбол, там какие-то либо нормативы сдаем, поэтому мы всегда в тонусе, мы всегда готовы. Пока футболисты активно гоняют мяч по полю, болельщики неустанно их поддерживают. Ну, я, конечно, болею за полицию. Жаль, что такие матчи товарищеские проводятся, ну, не часто. Вот это первый матч, если я не ошибаюсь, в этом году. Хотелось бы, чтобы их было все больше и больше. Мы, конечно, все переживаем. Сколько нас народу собралось, все волнуемся, все, конечно, хотим победы. Пусть эта победа небольшая, но это все-таки победа. Каждая из команд, несмотря на товарищеский характер матча, была решительно настроена на борьбу за победу до последних минут игры. Матч длился почти 2 часа и закончился со счетом 7-0 в пользу команды МЧС. Следующая встреча планируется в июле. На этот раз будут проводиться соревнования уже по волейболу. Ольга Истемина, Александр Усков. Специально для новостей.